И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Чумной Доктор, Енот. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем в сандбокс, мы накачали очень много классного оружия, будем его испытывать. Если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем. Серега, очень классные есть паки, не хотел тебе показывать, да. Но придется. Так, первый пак у нас... Хотя это не оружие, но просто покажу, что мы скачали. Смотри, Серега, что у меня есть. А, подожди, просрала. Вот, сейчас. Смотри. Очень классный мод, мне он нравится, поэтому мы его скачали. Так, давай еще покажем. А теперь покажем классное оружие. Так, 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 растерялся, было очень много всего. Так, первое у нас оружие, это обычный шарик. Самый обыкновенный, который ничего не может плохого сделать. Но когда нажимаешь на него Е, он меняет цвета. Я надеюсь, вы догадываетесь, что в конце будет сейчас. Когда он начнет очень быстро менять цвета. Пацаны, бегите! Бу! Вот это сильно! Погнали, пацаны, давайте ставим движушку. Есть еще одно оружие. Очень секретно, его используют очень редко. Так, сейчас, 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 пацанчики. И девчонки, все будет. Мы сделаем все эпично. Так, эпицентр вы видите, где будет. Смотрите, Серега, какое есть у меня оружие. Да, смотрю. Отходите все сюда лучше. Так, это оружие называется нитроглицерин. Вы знаете, Серега, что это вообще за материал? Да, такой? Это взрывоопасное вещество. Я сейчас просто вот так кину. Постараюсь попасть, ребята, в центр. Бум! Слабенько что-то. А чё нам... Чё-то джекпак, я думал, кто-то кинул. Так, не понял. А ну стой еще разок. А ну-ка. Во! Чё-то, о, да, Серега, совсем, дело. Да, слабо? Хорошо. Да. А вот эта семья у меня есть. И чё? И чё это свинья? Она взрывается или нет? Нет. А чё она тут делает? Она ходит. Ну пусть бегает, будет у нас в ролике. Просто няшности добавлять, свинка. Так, есть вот такая еще штука, шарик. Я знаю, что это, но мы его кинем вот так вот подальше. Пацаны, смотрите, что с неба летит. Бум! Чё? Не понял. Я говорю бум. А чё она как-то взрывается, не долетая с земли? Может, надо в пустое место жахнуть, а не в голову, чтоб упало? О! Ну, трупы классно. Чё-то какое-то как говняное. Пацаны, бегите! Мне нравится, это очень круто. Так, давайте еще испытаем. А это что у нас такое? Так, чемодан. О, Серега, смотри, кто есть. Камикадзе. Не понял. Это камикадзе. Ах, блин, я испугался. Блин, хорошо, я понял. Камикадзе нормально валит. Так, еще. Ух ты, кишки. Воу, прикольно, части тела отлетают. Бум. А это прикольно смотрится. Ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик. И не забывайте подписываться на канал Димас ТВ. На канал Димас ТВ подписался. С хорошим настроением остался. Прикольно придумал. Так, давайте покажу что-нибудь посерьезней. Серега, что есть посерьезней? Хорошо, не хотел показывать. Не хотел, но придется показать. Сейчас, ребята, я вам покажу. Это очень секретное оружие. Что это такое? Извините, это не то. Так, Серега, смотри, что я сейчас покажу. Да. Так, это не то. В оружие заходим. Тут у нас есть что-то есть, я помню. Очень интересное. О, есть у нас мод Iron Man. Супермен, ой, Железочеловек. Пацаны, я приземляюсь, смотрите, что сейчас будет. А, не то. А вот сейчас будет, смотри. Бум. Чё-то кишки только разбрасываются, а ну... А если я ему на голову приземлюсь? Ты чё, голова, говорю? Не иди, стой. Бум. А чё они не умирают? Они умирают.
Их лучше в рукопашку, Димас, бить. Да такие взрывы мощные. Тут как-то еще может перелистывать оружие можно, не? Ну-ка, буква R. Разговаривает как-то прикольно. Так, давайте посмотрим, что мы еще тут скачали. Так. Я помню, какие-то еще есть оружки. О, Димас, у Iron Man на правую кнопку это лазерка. О, да? Да. Так, сейчас проверим. Димас, какие-то конченые NPC. Давай нормальных поставим. Хорошо, отойдите, я сделаю все по-правильному. Есть у меня еще одна вещь, которая может почистить карту. Надеюсь, ни у кого не вылетит. А если вылетит, то ни у кого. Так, кто там хай говорит? Все, пацаны, уходите! Это метеоритный дождь, он идет случайно. Бум! Ай, по голове попал, ты чего? Какой на это шанс был? Вот это вообще сильно. Че, не всех убило? Нет. Вот это жопа вообще. Хорошо. Димас, я знаю оружие, которое всех убьет, смотри. Давай. О, кстати, орбитальный этот лазерный удар. Помогу тебе немножко. Нормально, Серега, у тебя получается, шикарно. Так, все равномерно. Может, карту обнулим? Так, все, ребята. Сделал. Так. Вставь NPC. Ставлю. Сейчас мы сделаем что-нибудь грандиозное, надеюсь, получится. Так, заходим в NTT. У меня есть идея. О, кстати, вот еще есть какие-то прикольные оружки. А ну сейчас мы его проверим. А это просто пила. Это просто доска. Класс. Так. Сейчас мы возьмем. Так, удалим. Ого! Нормально. Так, ребята, очень... Да, говори. Новое оружие, это в разделе Black Staff. Возьми, там монетка будет. Кстати, я сейчас ее буду тестировать. Просто я немножко добавлю красоты. Это нитроглицерин, пацаны, осторожно не наступить. Я проверял, даже если наступаешь, оно отлетает, оно взрывается. Бонни ногой чуть не наступил. Надо под ноги поставить, как будто он наступил на нее. Блин, опасно делаю, очень опасно. Ну все для ролика, что не... Калашмать! Кто взорвал нитроглицерин? Ну что ж, ребята, бывают неудачные дубли, это один из них. Но мы не расстраиваемся. Вы, пацаны, хоть живые остались, не вылетели там? Так, Серега, ну что ж, давай тогда другой сделаем, просто монетку протестируем. Без нитроглицерин. Воу, прикольная штуковина. Она убивает, что ли, эта полоса, или что? Да, убивает. Она тебя просто в пепел превращает. Блин, классная штука. Давай я удалим на всякий случай. Так, какой трил? Монетка, да, есть в оружии? Я помню, тут вверху. Да. Так, ребята. Black Staff. Это осталось на самый такой смачный кадр. Давай, короче, в ряд стрельну. Да, я так и сделал, чтобы ты выстрелил. Давай. Так, ну что, ребята, надеюсь, будет эпично и вам понравится. Стреляем. Это очень эпичный взрыв. Я хотел один ряд, оно два ряда замочило. Ого, это вы убили? Да. Это было жестко. Дайте еще разок. Бум. Вот это сила. Да, еще хочу трупейшн навальнуть. Вот, Димас, на. Так, давай еще сделаем эпично, подожди. Давай сделаем... Кто-то очистил карту. Так, давай, Серега, погнал. Так, ребята, смотрите только аккуратно. Эти шары смерти должны быть активированы вовремя. Только вы внимательно не нажимайте на них. Надеюсь, получится моя идея. Вы знаете, как они эпично, да, взрываются? Каким, ну, взрывом таким мощным. Короче, знаете, сейчас сделаем. Сколько нужно шаров, чтобы вылетел Гаррис Мод? Что?
активировать вот этот Нет, пацаны, мы хотим сделать очень классный кадр, как в Разрушителях Легенд. Вложено миллиард долларов. Ладно, ладно, не миллиард. Полмиллиарда. Миллион. Так, давайте так сверху посмотрим. Давайте еще вот так разбросаем где-нигде. Мне кажется, будет очень классно. Так, ну что, пацаны, вы готовы? Да. Так, давайте идите ко мне сюда. Наверное, может, отсюда будем активировать. Так. Уже кто-то активировал. Ну что, ребята, начинается веселье. Побежали, побежали, пацаны. Бу-у-у. Ну не вылети. Ого, они разлетелись. Хо-хо-хо. Они что, не активировались, когда их... Я думал, они от взрыва взорвутся. Они, не взрываются. Серега, ну давай уже по старой традиции под конец взорвем ядерный взрыв. Можно, кстати, все да одновременно не... стрельнуть. А может, перчатка Тануса? О, давай перчатка Тануса. Так, давайте, ребята, все ставим NPC. Не ленимся. Тулганы взяли и погнали. А что ты перчаткой Тануса сделаешь? Какую кнопку именно действия? Аннигилирую. Ты еще челчок запилишь? Нет, это слабо. Это слабо, я сделаю два щелчка. Нет, есть мощнее вещь. Так, ну что, я надеюсь, докторов Кляйнеров достаточно в этом ролике у нас. Дима, советую улететь, это в воздухе держаться, потому что это реально мощная вещь. Давай. Ну что, ребята, начинается мощная вещь. Я слышу, как заряд идет. Бу. Это разогрев. Ничего себе разогрев. Они живые еще, не просто... И пошла черное очко. И просто смотри, полностью они... Вылетела в очи стол. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока. Это сейчас.